Всем привет! Всех обнял, приподнял. С вами Иллинойс, и мы продолжаем с вами следить за созданием игры Холстин. Нас ожидает очередная демка. Мы уже одну смотрели с вами, The Яновский House. Там мы бегали по дому, решали различные задачки, ни с кем не бились. Чисто так вот избавлялись от этих каких-то растений, которые боятся света. Надо было просто там где-то лампочку скрутить, где-то вкрутить, где-то свет включить, где-то выключить. И таким вот образом мы себе расчищали путь и добирались до нужных предметов. И, ну, кто следит за моим каналом, тот видел, наверное, что я рассказываю. Ну, кому будет интересно, вы можете у меня на канале по первой демке найти видео и посмотреть, что там да и как в этой игре. Нас ожидает вторая демка с вами, туннель. Так что поехали. И если вам понравится видео и вы не подписаны на мой канал, то прошу вас подписаться на него. Вам это будет несложно, а мне приятно. Так, поехали. Uszanowanko, moje nazwisko Przemysław Wodnik. Witam na interaktywnej wystawie Muzeum Ziemi Warmińskiej w Olsztynie. Oddział terenowy Jeziorne Kolonia. Tytuł wystawy? Holstein. Mechaniki walki i poruszania się. Teraz uskuteczniane są, prawda, prace konstrukcyjne, więc sprawy wyglądają nieco inaczej niż powinny. Tymczasowo mamy taką jakby wersję demonstracyjną. I nie wszystko można robić. Demonstracyjno? Zapoznaj się pan z tabliczkami w pomieszczeniu, to się pan dowiesz. Potem zapraszam w dalszą część wystawy. Tak. Хорошо. Mam czytać jakieś tabliczki? Musu nie ma. Ale żeby potem nie było, że pan czegoś nie wiesz. A to nie pan jest tutaj przewodnikiem? Nie, to nie. Wolny kraj. Так, окей, сейчас вспомнить надо управление. Ага, все, есть такое дело. А что у нас здесь? Это мы можем открыть дверь тут. Или можем открыть дверь, как я понимаю, тут, да? Вопрос, ага, на F. Все понятно. Окейшки, так, а дальше что у нас? И можем попасть еще и сюда, да? Дверь закрыта. А тут что? Faded globe with... Ага. Ясно, понятно. Так, заглянем, что он... А, статуи. Это хорошо. Я ж прям поднапрягся немножко, думал, опа-ля. Сейчас на меня будут нападать, а у меня нечем отбиваться. Так, rotate the camera. Ага, ну это все помню я. Погоди, а там что? Никакой секретки нет, да? Ладненько. А, я так понимаю, нас тут будут обучать стрельбе. Показывать, какая механика стрельбы здесь, но хотелось бы это, как бы, заполучить оружие. Такие замкнутые двери могут становиться загвоздка. Хиба же маш пан ключ, маще разуметь. Угу. Давайте осмотрим еще здесь. Ага, это я помню. Когда растения начинают там активно пытаться там, не знаю, ну, с тобой ничего не делают, они просто активничают при приближении главного героя. Так, это что? Это я. Ага. Можно взять ключ. Берем ключ. Секунду, а если взяли ключ, то он не подойдет ли сюда?
Не, так. Прекрасно. Дальше смотрим, что у нас тут. Батарейки мы возьмем. Отлично. Ключ возьмем. Старый ключ. Use option battery. Так, секундочку, инвентарь. Но у нас еще фонарика нет, чтобы им воспользоваться. Все очень интересно, конечно. Не хватает этой игре. Ну, да, она заточена, видимо, под геймпад. Не хватает этой игре, конечно, поворота мышкой. Прям было бы шикарно, но. Воу, воу. Тихо. Ага. Тихо, а ты чего здесь забыл? Ты чего с нами пошел-то, дед? Оружие дай мне, пожалуйста. Я туннель знам на память, але можно еще погубить, как я тут есть первый раз. Как вам не видишь, как прийти далее, ты себе посвети латарку. Нема się co wstydzić. Zwracam uwagę, prawda, że latarka nie działa, jak nie ma w sobie czego? Baterii. Хера себе, дед. А ты чё-то, дед, смелый такой. А, то есть я могу тоже спокойно пройти, да? Так, еще один ключ. Тентактл, так. Флешрай, флешлайт. А, может быть, у нас фонарик уже есть? Нет, вот он, фонарик. Вот теперь все. А подожди, а деду как-то было похер абсолютно, ничего, он не боялся. Реально ничего не боялся. Просто прошел эти растения и все, ему было абсолютно похеру. То есть, а мне придется фонариком пользоваться, да, выходит? Что так? Так, на что у нас там? На 5. Подожди, а деду, по-моему, херово. Запрашам за мной. Запрашам, не мази шего бать. Так, это мы закончили, пошли вперед. Ну, демка обучалка. Нашей плацовки мам приемность повитать в колейной. Припомню тутай о том, что на терене належи... Радзе się dobrze skradać, bo na ewentualność... Jakiej znowu katastrofy. A tutaj to jak się pan dasz zauważyć? To na pewno część wystawy? No, ale to tylko tak w razie w... Tak, no obiecałem też zawieść w grę ruski język. Tak, że byłoby bardzo хорошо. Погоди, а если... На фонарик же выключить, что я с фонариком здесь бегаю? Тратить батарейки не стоит. Ага, ага, так, окей. Чего? Еще раз. Это мы можем ползать, так. Понял, принял. Мне бы оружие бы. А погоди. А вот и первый зомби. То есть сейчас нас обучают, как... обходить эту зомбятину? А, ну то есть, чтобы... Только... патроны не тратить. Так, взяли лечение, я так понимаю, херпс. Травку какую-то курительную. Ага, додж это... Тихо. Это... понял, принял. Мы можем так вот уходить с линии атаки.
Слушайте, ну, я не знаю, что-то как-то мне, ну, может быть, прикольно. Мне вот управление очень заходит. Ё-моё. Так. Спейч. Ну, короче, здесь тренируют нас использовать додж. Правильно понимаю? Блин, ё-моё! Прекрасно, прекрасно. Так, эту зомбятину мы обошли. Это все неинтересно. Опа, дед. Дед здоров. Это что такое? Адур какой-то нашли? Дед, а каким боком ты оказался здесь? Научи. Маэстро. Мастер. Выживание. Как ты оказался здесь? Вон оно что. Теперь можем... Понял, принял. А-ля Джеки Чан. Чего, ты меня направляешь туда, да? То есть... Дед нас учит выживанию. А, и все, так просто. Ты просто банальный... А. Да иди да нахер, ох ты сука. Вот это ты мне заехал, ублюдок. Да пошел, ё-моё. Тихо, так, иди в очко. Оп, падла. Там куча, вот это тоже куча этих кнопок, там нажми, там это. Ну, надо спокойнее, конечно, уворачиваться, но... Так, это у нас лечилка, я так понимаю? А если скомбинировать... Даже нет. Угу. А, пойдет. Хорошо. Управление не очень удобное. Но я говорю, если, например, на геймпаде будет, наверное, вполне нормально играться. Когда ты будешь все готово? Да, не. Дед, может быть, это... Ну, дед... Дед, короче, заражен, получается. Все у деда хреново. Да бляха-муха! Нихуя! Ухуя себе! Заехали мне тут! По сам не балуй! Прошу, прошу. Аж дивно. Она так, припрашивает. Мужчины напшут. Так, дед, ну харе, а, уже, может, заканчиваем. Давай там что-нибудь еще обучишь нас и хватит издеваться. Раз можем размовлять, вот, вот уж видишь, иди ногами маши там, это, что-то такое. И я, значит.
Дай ствол. Пушку дай. Скотина старая. Тебе-то что? Ты уже заражен, тебе пох на все. Погоди, что там было написано? Ой, погоди, а что у меня фонарик включен? Нахера? No i z tą, prawda, energią czasami jak pana ktoś wa... Krótszy? Nie, krótszy się robi. Jak to pana, uwaga. Teraz zaproszę się nie... Hejże. Noż to jasne. Погоди, мне надо навернуть. А, я не... Noż do jasnej kurwy nędzy. Noż do jasnej kurwy nędzy. Так, секунду, а что дед хотел-то от меня? Чё он мне взял, накумарил зачем-то-то? Чё ему не так? Чё-то я ему не сказал, ему моё лицо не понравилось или что? Что случилось? Дед, какого лешего ты мне сейчас немножко это... Избил. Если ты старый, ты себе можешь это позволить, что ли, или чего? Ты давай, дед, прекращай. Алкоголь. А-а-а, это вот. Короче, это надо было скрестить то с этим. И все бы у нас вышло. Хера себе там его плющит. Ах ты, сука! Больно же. Да нахер идите, ублюдки! Фу. Так. Ну, прошу. Я не подобам себе. А następny... Так, отлично. Дальше. Дивайн. Что-то там, Дивайн. Сейчас будем смотреть. Может мне пан попросту выпустить? Ой. Конец зведзания. Чили... Очевидно, что такая исконь. Не надо. Как пан хочет, как převод до континуа... Образок. Ага, да. Образок. Так. Фонарик пока не тратим. Так, хорош, траву взяли. Опа, опа-ля. Опа, опа, хорошо. И чего? Так, что там пишет? Так, эймин... ну-ка. В смысле? Почему ты в эйминг... А, ты не можешь уходить в эйминг мод в безопасных... Понятно, в безопасных зонах. Да ё-моё, бля. Ай, сука, падали. Так. Хорошо. Пу-пу-пу-пу-пу. Комбайн с этим. Ага. Давай выпьем. Пойдет. А это без головы, он без головы, да, он меня, на меня не реагирует. В смысле, я же выпил? А, я выдохся. Да сука. Блин, а что, мне надо перестрелять их, что ли, всех? Ну, окей, давай перестреляй. Попросту выпусти. Ой-ой-ой. Конец. Жили... Очевидно, что такая из... Не на... Как пан всяко превод, то континуа... Образок. Ага, да, образок.
Так, возьмем пистолет, возьмем патрончики, возьмем травку. Хорошо. А нам куда идти? Нам сюда не надо, да? Погоди. Или нам куда идти? Мы оттуда... Так, подожди. Мы общались с дедом здесь. Да ё-моё. То есть, ну нам, по сути, туда надо идти, наверное. Или похрен абсолютно. Без разницы, куда. Подожди, или как мы стояли? Мы стояли так вот, общались. Туда? Ну пошли туда тогда. Подожди, ну, то есть получается, по сути, можем сюда и туда пойти, без разницы, да? Или подожди, какую-то херню нашли. Гвозди. Чего? Патрончики. А, useful for crafting. Ну давай, комбайн. Опа-ля. Понял, принял. Так, комбайн с этим, ага. Возьмем патрончики. А, ну сюда, может быть, просто надо было заглянуть, патронами затариться. Так, алкоголь взяли. Не, ну, видимо, сюда можно было пойти. Но здесь мне путь больше нравится. Да ты тварь! Да ё-моё, да уйди ты! Да ё-моё! Блин, хреново! Так, ну давай выпьем. Ой, то есть съедим. Лечилку. Пойдет. Возьмем так и... А у нас нечем крафтить пока что. А чё он так выдыхается-то? Сука! Ё-моё! Блядь! Да твою мать, нихера себе! О, какая жесть! Так, подожди, да ну, не, ну, ты прикалываешься, что ли? Чё, с самого начала? Короче, дичь полная, в плане того, что я считаю вот это вот, что он выдыхается во время стрельбы, это просто бред. Так не должно быть. Это полнейшая хреномуть, которую нельзя вообще добавлять в игру. Он выдыхается при стрельбе. Это вообще просто что такое? Да, конечно, это прям откровенная бредятина.
Прям очень-очень откровенная бредятина. Так, а что у нас тут? Это что такое? А, инвентарь увеличен, да? Гвозди. Хорошо. Так, комбайн, ага. Ну, все вроде бы. А что тут? Можно еще посмотреть, что это такое у нас? Где что? Ага, это то, что мы можем комбинировать. Ну, это я уже разобрался. Окей, так. Я пришел оттуда. Идем сюда, да? И он, главное, выдыхается так резко. Да ё-моё! Да ё-моё, уйди от него! О, блин. Подожди, я... А какого лешего за мной эта херня двигается? Ладно, уберем, чтоб не мешалось. Фу, да. Стрельба здесь расстраивает. Так, ну вроде никого здесь больше. Собрать ничего не могу. Да нет. Подожди. А, или надо было туда идти? А сюда не надо было идти? Ё-моё. Здесь просто всякие плюшки. Ну да, так и есть. Ах. Ну ладно, затаримся патронами, оружием. Пойдет. Я думал, тут без разницы, куда идти. А здесь нет. Так, без ключей нам здесь дело не, это не открыть. Я так понимаю, там можно и ключи найти впереди будет. Не, нельзя бочку эту. Так, ну погнали тогда этих выбирать здесь. Будем выбирать таким методом. Зашел, шмальнул. Да потому что они толпой сейчас набегут на меня.
Так. Хорошо. А ты сдохнешь, не? Писец, они живучие. Да, здесь по сути надо вообще... А здесь по сути надо вообще вот так вот играть. Красиво пар... А, тут не спрячешься. А! Я впервые вижу игру, где главный герой устает от того, что наводится пистолетом. Такая же это просто такой бред. Реально откровенный бред. Подожди, а, так, это все хорошо, ладно, давай. А я не, а я могу комбинировать с этим? Не, не могу. Понял, принял. Сейчас кажется, там, оказывается, дед на меня нападать будет еще. Батарейки взяли. Так, а здесь что? Ага, ничего. В смысле, подожди, что-то не понял. А, клю. Все, я понял, принял. Да, избавимся от батареек. А, ну по сути нам сейчас... Ну давай на всякий случай возьмем. Гвозди нам не нужны уже. Ладненько. Ну что, погнали. А тут, по сути, ну мы все сделали. Опять за бок хватается. Это вообще такая полнейшая говнина. Если честно, вот именно этот момент. Такая хреномуть. Такая хреномуть. Ну, то есть они считают, что я здесь, сюда должен был оттуда прийти. Сюда, да? Или подожди, или вот сюда, вот сюда. Так, я взял телефонную карту, а для чего? Не, не сюда.
Не знаю, когда мы по дому там гуляли, ходили, намного все интереснее было. Сейчас, конечно, как-то это так выглядит. Не ахти как. То есть, да, стрельба есть, там что-то такое. Но можно было бы избавиться от этого такого наведения. Так и может быть. Идем дальше. Так, ну все, да. И у нас последнее Handful of Guns. Ну, давай, посмотрим. С тех экспонатов, которые пан дуже ще на дивані поп. Скоро так ще напрацовали. Так, что у нас тут? Что предлагаете? Кофика. Что за кофика? Так, возьмем. Лечение не помешает нам. Ага. Ну ладненько, так, а и все? Где-то... А, вон как все. Пофига, это конфеты получается. Твою мать. Ну и давай, что, стоять будешь, что ли? Ой, ж за ногу, а? Ты будешь попадать в него? Наконец-то сдох. Так, отличненько. А что у нас там? О. Это энергия, да, восстанавливается. Буст. Херасе. Чихнул. Так, хорошо. Так, это энергия. Ну давай, подожди, можно поставить на слот будет, да? А у нас она стоит на втором слоту. Конфетка эта. Чё у нас тут? Гвозди. О, нихера себе! Ё-моё! Дед, ты смотри. Ты видел? Гоблёт-кита. Да, наверное, ты это все и подготовил мне здесь. Красавчик, деда. Тридцаточка, да? А как мне поставить... Equip? А как мне... Не могу никак, да? Только таким образом. Ладненько. Да ё-моё. Алкоголь. Алкоголь нам не нужен пока что. Так, зомбятина. Этот нам не интересен. Мы от него только еще убежали. Херпса. Херпс. И скомбинируем. Так, отличнее. Сюш... Ай-яй-яй. Больно-больно. Угу, прекрасно. Хотя, может быть, и ничего такая игрушка. Ну, посмотрим. Я не знаю, что за мода пошла, но вот эти пиксельные игры
Так, короче. Ай, патронов у меня тут нет. Вау. Я ж могу... Ау, не могу я от него избавиться так. Он пойдет сюда, интересно? Нет, не идет. Слушай, или заходит? Идет. Ага. Хорошо. Твою мать. Да ты сука, блядь. А, ё-моё, твою мать! А-а-а! Да ё-моё! Ребят, ну честно это, уже надоела мне эта игрушка, я даже не хочу её проходить дальше. Ну да, прикольно, ну на этом и закончится демка, там скажут, что вот, ты молодец, красавчик, что прошел. Тягомотная вот стрельба, конечно, мне прям не очень нравится. А, ну там надо было эти печеньки есть, да? Ну ладно, давай пройдем, я что, уж взялся? Ой, дед, прости, дед, извини, пожалуйста. Ну, двинул тебя по яйцам, ну... Извиняй, не хотел. Так, что у нас там? Ай-яй-яй, не-не-не-не-не-не-не, погоди. Эд прибежал, да, ублюдок? Бляха-муха, да ты сдохнешь, тварь! Да ты охерел, что ли? Ты что такой живучий, скот? Хорошо. Так, с этим расправились. Так, а от одного избавляемся, одного другого этого. Опа, идет. Тихо, ушел. Хорош. О. Так, ладненько. Сейчас аккуратненько будем тут проходить все. Чересчур я как-то это так наобум полез. Рожон надо было. Чуть поприличнее себя вести. И калаш особо так это не транжирить. Так, отлично. Это взяли. Патроны. Есть, я могу комбинировать их вот так вот, не? Могу? А, и все понятно. И теперь можно сделать эти патроны для калаша. Так, оттуда мы пришли, идем туда. Секунду. Херпсы берем. Херпсы нам нужны. Это что? О, отлично. Херпс комбинируется с этим. И получается алкоголь. Блэд. Постоял, называется там. Теперь патронов у нас не так много. Так. Погоди, здесь все машущие, что ли?
Да ёперный, блядь, тебе театр, сука. Ёпер, ё-моё, блядь, ублюдки. Да ты, сука. Не, не могу, не хочу. Механика мне не очень нравится, она неудобная, она кривая какая-то. Ну, не знаю, мне неудобно играть. Может быть, на геймпаде это во все будет играться приятнее, но, блин. Ты вроде бы съедаешь, тебя все равно атакуют, не дают тебе восстановиться. Управлять, конечно. Хотя, может быть, и мышкой удобно. Не знаю. Неудобно играть на клавомыши. Наверное, все-таки надо геймпад под эту игру. Да и сама игра, что-то, знаете, не особо нравится мне. Вот когда там в доме мы какие-то задачки решали, что-то такое, было прикольно. Я думал, что будет как-то поинтереснее. А вот эта механика с такой стрельбой, это просто прям реально швах полный. Плюс еще вот это выдыхание главного героя, что вот он устает от того, что он навелся. Я такого не видел нигде, наверное, больше нигде не увижу, потому что это типа как бы разработчики решили так сооригинальничать. За это им большой-большой минус в их копилку кармы, потому что, ну, ребят, это просто швах полнейший, когда у тебя вот это происходит. Это просто бардах. Подожди, а если я стрельну? И даже когда стреляю, у меня... Ну, не, это вообще ни о чем. Так что такие дела. Посмотрим третью демку. Что там будет в ней нас ожидать. В это я не хочу сейчас играть, мне не нравится. Вот реально, мое чистое... И графически игра сделана не ахти как. Просто реально не ахти как. Выглядит все это... Вырви глаз. Реально, вырви глаз. Просто... Может быть, допройти ее все-таки, эту демочку. Не знаю. Мне кажется, тут недалеко. Как бы тему-то надо закрыть. Закрыть и забыть. Вот эта механика с этим моментом, то есть... Ну, это демка, поэтому тут обучение просто. Бляха-муха, да я ему... Так я ему уже там засадил столько патронов в голову. Какого хрена он не сдыхал? Мне кажется, можно было графику и покруче сделать. Реально покруче. Сейчас это выглядит просто, ну, вах полнейший. Давай затаримся. Все возьмем. Возьмем. Это скомбинируем. Пускай будет калаш у нас. Надо сейчас аккуратненько там пройти это место и все. И с демкой закончить. И может быть вообще... С этой игрой. То есть больше... Не возвращаться. Хотя, может быть, сейчас я так критично к ней отношусь, а сам потом сяду и буду в нее играть. Прикольно сделано то, что это можно отстреливать всякие части тела. Это прям бомба.
Иди сюда, ублюдок. Ну, графически убого смотрится. Вообще просто такая... Можно было пиксельную графику и красивее сделать намного. Еще не все. Я думал, все уже. Ага, можно ключ взять. Будет здесь. О, хорош. Сейчас надо гвозди отыскать еще. Так. Кучу всего понабрал, а... Ау! Больно же. А чё не так? А чё, где я могу взять? Вот это, что ли? А, ключ. Понял, принял. Ё-моё, хера себе. Так, от чего избавиться-то? Давай выпьем. А, надо было траву схавать. Давай так вот сделаем. О, так. Хорошо. Бага у бага, так. И мы можем сходить сюда, взять тут. Ага. Пойдет. Что у нас тут? Алкоголь. Алкоголь, алкоголь. Вот это выкинем, нафиг не надо, я им не пользуюсь все равно. А вот алкоголь нужен. Комбайн, так. Ё-моё. Взяли патрончик, я так понимаю, под этот... Под дробаш, да? Угу. Так, что у нас здесь? Гвозди. Гвозди, 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 это хорошо. Надо запомнить, что здесь гвозди, можно будет сюда вернуться потом за ними. А можно вообще свет включить. Так, значит, мы пришли откуда? Мы пришли оттуда... И я думаю, сделаем вот так вот, да? Не, подожди, на пистолет
И давай так сделаем, пускай с пистолетом побегаем. Хорошо, так. Погоди, у нас там... Ну да, если что, мы можем создать, будем потом... Да твою мать, да ты сдохнешь, не? Так, давай-ка это, может быть, все-таки дробашец поставим. Вот просто глянем. Нихера себе! Это было круто! Слушай, ну дробаш это крутая вещь. Хотя, кто бы сомневался, да? Так, значит, давай-ка мы его возьмем. Сейчас калаш возьмем. Да, с калашом, с этим с дробашом-то прям повеселее становится все. Да ё-моё, да чё ж у вас там так много ползает-то, ублюдков? Так, алкоголик там ползет. И тунеядец. А, ё-моё! Так, гидрическая сила, да когда закончится это все? Уже пора бы завершиться этому всему обучению. Или нам сейчас еще одну какую-нибудь пуху поставят, покажут. Так, алкоголь. Там надо было эти взять. Комбайн. Ага. И что еще? Угу. Опа, шотган. Патрончики. От дробаша. А здесь что? А я могу как-нибудь комбинировать... Это дело вот так вот. О, отлично, отлично. Так, патронов 5. Лечилок много. Поехали. Курва. Курва. Ага, а теперь могу? Могу. Так, взяли гвозди. А зачем мы гвозди взяли-то? Отлично, патроны взяли. Угу. Так, ганпаудер. Вот это надо дело, наверное, выкинуть, да. Ага, и комбинировать вот так вот. Пускай будет. Ну, вроде все, да. Затарились неплохо. Можно так сказать. Так, сначала с пистолетом побегаем, потом уже это. Затянутая демка.
Ну, уже, ну, нас обучили уже, как стрелять, там все такое. Мне кажется, это лишнее. Ну, дробаш оставим все равно. Пускай будет. Да давай, давай, иди сюда. Наверное, в игре-то не будет такой механики, как сейчас, подобного плана она. Ну, в плане того, что есть... Ёперный театр, бляха-муха. Дед, ну не дед, я не знаю, кто там бегает. Так, окейшки. Где ты, скот? Ползающий. Ублюдок. Главное, чтобы не мешалось. Так. Ё-моё. Так, это машущая херня. Пойдет. Нихера себе, блять. Ай, уйди. Хера он плюется. Все, отлично. Короче, он изрыгает таких ровенов, и на месте шлепка появляются эти растения. Так, ну все, ладно. Помучился я. Завше буду так некоторые якши. А это ты канал. А teraz зажонт хочет пану показать листы назвиск в имени прес. Просим о выполнении формуляра и додание нашего хода. Ну, жду. А, и открывается нам челлендж, да? Важнее. А, ну то есть такой вот челлендж открывается и... Ну, не знаю. То есть тут надо батарейками затариваться, патронами. Типа нас этому готовят уже. А, ну там оружие у нас есть. Это клево. Подожди, а комбайн с этим я могу? Не, не могу, да? А вот эту херню? Комбайн... Вместе. Не, не могу. Даже. Вот. Ребят, ну такая вот игрушка. Не знаю, помучился я. Надо было все-таки добить эту демку. Блин. Да ёперный ты, это ёпер. Ну все, втыкаешься и ты ничего не можешь сделать. Все, ты банально устал. Че? Не. Управление ужасно неудобное. Прям откровенно. О, и... А, тут вон, ну как, сколько ты пробежишь. Все зарастает потихонечку, все. Ясно, понятно. Да?
Ну да, так и есть. Ладно, ребят, на этом я хочу закончить. Такая вот игрушка, я не знаю, по мне, ну, хрень собачья. То есть, если та демка была прикольная, интересная, и что-то там должен разгадать, что-то там обыскать и все такое, то здесь, ну, прям реально говно. Прям реально говно. Вот. Ладно, ребят, если вам понравилось видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. С вами был Иллинойс и... Холстин. Все, всем пока.